Хорошо. Окей. Прошлый урок, правда, 2 недели назад, поэтому повторю чуть-чуть. Извиняюсь, что с прошлой недели не было урок. У нас была свадьба. Очень наши знакомые, друзья, была свадьба, и я не смогла. Но прошлый урок, 2 недели назад, мы говорили, что у нас Раби Иуда Леви разделяет все творения на ступеньки. Первая ступенька – неодушевление, следующее – растение, третья ступенька – это животные, четвертая ступенька – это человек, и пятая ступенька – это еврейский народ. И то же самое, как нельзя сказать, жалко, почему не дали цветок разговаривать, почему цветок не дали двигаться? Почему не дали камень, чтобы питались? Почему не дали собака, чтобы разговаривали? Может быть, Злата будет спорить и говорить, что собака разговаривает, Нет, не буду. Не буду спорить. но имеется в виду мысли, мышления, государство, поведение человеческие. Ну, Звуки конечно, бывают. что-то есть, иначе бы у нас собаки в армии не служили, и их бы не дрессировали, и не было бы целого полка собачьего, если бы они были абсолютно неразумные существа. Да, но все равно нельзя сказать, что человек, он больше разговаривает, чем собака. То есть это другая ступенька. То Конечно. же самое, как нельзя сказать, что цветок, чтобы, например, кошка больше развита, чем больше растет, чем цветок. То есть не сравнить. Это другая ступенька. Конечно. Также еврейского народа это другая ступенька, чем разговаривающий. То, что он имеет, способно быть пророк. Вот это божественная способность. Человеческий качество, это еврейского качества, которое на иврит называется Айньяна Элоки, божественное качество, это мой перевод, это и есть способность быть пророк. Возможно, приблизиться к Всевышней до такой степени, что ловить пророчество. Вот это качество, оно сильно отличается от человеческого качества, которое есть только в еврейского народа. Так, и в этом принципе мы в этом принципе мы закончили. Вот этого 5 разных творения. И поэтому нельзя сказать, чтобы нечестно, чтобы не дали Гоим, не дали пророчество, нечестно. Это то же самое, как сказать, нечестно, что не дали камень, не дали ему душа, чтобы мог бы ходить. Нечестно, что дерево стоит в одного места. Нечестно, чтобы собака не умеет разговаривать. То есть так нельзя. Просто Всевышний творил мир в 5 разных групп. И с этим мы понимаем, что избранность еврейский народ, это не как, и это пример, который я даю всегда, ваза фрукты, и я прихожу выбирать, какой фрукт меня подходит для сегодняшний сок или для сегодняшний десерт. Это выбирать. А избранность еврейский народ – это и есть творение. Всевышний творил народ с другой качеством. И это начинается, как говорит Раби Иуда Леви, это начинается из творения,
И сегодня мы будем смотреть, чтобы еврейский народ имеет свое отдельное время, отдельного язык, отдельного страна, отдельного календарь. То есть образ жизни у них другой. Да, мы закончили прошлый урок в качестве Моше Рабейну. То есть Моше Рабейну, человек, который вошел в огонь, и ничего плохого у него не получил, не было. 40 дней он не ел, не пил. Он, у него сияла кожа, нельзя было смотреть. Когда он закончил свой срок, он пошел умирать, как человек, который идет спать в кровать, зная, что был последний его день. То есть много таких чудеса, которые произошли с Моше Рабейну. Но надо знать, что каждый из нас может быть пророк. Каждый из нас может достигать вот этого уровня, что про него, то есть божественное качество, нематериальное, что душа властвует на человеческие тела и развитие душа в то, что можно приблизиться к Всевышнему и слышать и получать пророчество. И еще надо понимать, Моше Рабейну на самом деле его уровень пророчества это благодаря еврейского народа. То есть он представитель еврейского народа. Поэтому его качество показывает нам о еврейского народа. Показывает нам, куда качество каждый из еврейского народа. Он получает Тора, потому что пришло время, что еврейский народ получил Тора. Он как посланник еврейский народ его посылает наверх, на гора Синай, чтобы получить Тора. И когда еврейский народ не в этом уровень, он должен спускаться. Когда еврейский народ не может зайти в земля Израиль, он тоже не вошел с ними. То есть он представитель еврейского народа, и весь народ стоит и ждет. То есть это интересно. Во время дарования Тора еврейский народ стояли под гора Синай, очень красиво одежды одевались, готовились, убирались и так далее. Одевали такие красивые одежды и пришли на церемонию дарования Тора. Они слышали 10 речей, и потом Моше поднялся, чтобы принести скрижали. И еврейский народ так и стояли, ждут. И они не поменяли одежду. Ну, наверное, они как-то спали, поели, это же 40 дней. Но в принципе весь еврейский народ стоит и ждет. И можно сказать, что благодаря того, что они ждали, он мог бы заниматься там наверху. Получение Тора. А когда они перестали ждать, грех золотой телец, думали, что Моше умер и перестали ждать, Всевышний говорит Моше, иди спускайся. Ты здесь не должен остаться. То есть то, что они ждут его, тогда он может получить Тора. То есть получается, что качество Моше Рабейну это есть качество еврейского народа. Ну, не каждый реализовал это, но потенциал есть. Это качество, это способность
Есть каждый из еврейского народа. Давайте читаем еще раз 43-го часть. Это последний, который мы читали, для того, чтобы прийти к сегодняшней теме. 43-й. На 47-й на экране. Да. Вниз. Это вниз. Ло-ло-ло-ло-ло. Наоборот, вниз. 43-й. Сколько я не понял, какой... Мало ли, мало. 43-й. Да. Все. Да, сказал Раби. Да, кто читает? Злата? Я могу. Да, хорошо. Сказал Раби, я описал черты тех наших пророков, через которых, несомненно, Бог себя проявил. В них он действовал явно для всех, руководил ими по своей воле, в соответствии с их преданностью или неповиновением. Он открыл им тайны вещей и сообщил знания сотворения мира и происхождения людей, живших до потопа, как следовали поколения от Адама и до потопа, как произошли 70 народов от Шема, Хама и Яфета, и разделились языки. Как люди начали вести оседлый образ жизни, как появились ремесла, возникли государства. Он, да. Он открыл им возраст мира от Адама и до наших дней. То есть, откуда мы знаем, сколько лет нашего мира? Моше нам сказал, кто? Откуда мы знаем, как происходили, как росли, родились народы? То, что написано в Торе, то, что Моше нам сказал. То, что наш мир 5700 с лишним лет, это все мы знаем от первого человека до наших дней, это все мы знаем от Моше Рабейну. Дальше. Сказал Кузари, трудно поверить тому, что вы обладаете подлинным счислением лет от сотворения мира. Сказал да, Раби, действительно, мы ведем летоисчисление со дня сотворения мира, и в этом отношении хазарские евреи и эфиопские не отличаются ничем. Дальше. Сказал Кузари, сколько же лет от сотворения мира насчитываете вы сейчас? Сказал Раби, 4500 лет. Это можно увидеть из переданной в Торе длительности жизни Адама, Сета и Еноша до Ноя. Давай до суда, потом почитаем следующее. То есть говорит здесь Раби Иуда Леви, то, что у нас есть точно счет из творения мира до сегодняшнего дня, это доказательство, что у нас все истина, что не изменилось у нас никакой, что то, что мы имеем, то, которое мы имеем, она точно то, которое дал нам Моше. Надо понимать, что Раби Иуда Леви говорит, нам не надо доказывать, потому что весь еврейский народ стоял под горой Синай, сам видел, сам слышал, как Бог говорит с Моше. И поэтому мы все знаем, что все, что написано в Торе, это истина. И что есть Бог. Нам доказать не надо, потому что мы сами видели. Ну, вопрос, который можно спросить Раби Иуда Леви, но мы же это не видели, не помнили, не, а это только люди, которые были в поколении
משה רבנו, поколение пустыни, поколение выход из Египта. Но то, что передали, наша передача, которую передали один другой, без перерыв, это доказательство, как будто мы сами видели. То же самое, если у меня папа будет сказать, я же был, я же видел, тогда, как будто я видела, потому что он меня это передал, он меня же не обманывает, он сказал, я там был, я видел, это как будто я там была. Это говорит Раби Иуда Леви. И здесь он говорит, то, что у нас, у всей еврейского народа, которые живут в разный край мира, у нас точно бесспорного счет творения мира точно это доказательство того, что все из одного источника. На самом деле, если подумать, это же удивительно, потому что очень много лет прошли, 5700 с лишним лет. Если считая от дарования Тора было 1900 с лишним лет из творения мира. Так что у нас осталось 3000 лет пришли из дарования Тора, даже больше, нет, не больше. Но в районе 3000 лет от дарования Тора до нашего времени. Откуда нам знать, что весь Тора, который у нас в руках, это та же Тора, которую Моше Рабейну писал. Без никаких изменений, без никаких каких-то версий, которые это же переписали ручной почерк. Могли бы быть ошибки со времени. Это же очень много лет. Откуда нам знать, что нет ошибки? Это первый вопрос. Второй вопрос. Как получилось того, что нет ошибки? Это же люди. А люди ошибаются. И люди переписали в ручное. Учили друг друга. Были страдания. Были разные времена тяжелые. Как может быть, что, как мы можем быть уверены, что мы получили тот экземпляр, который Моше писал. Подумали про это? Ну, известно до сих пор правило написания свитков Торы. И они очень жесткие. И поэтому мы, в отличие от арабов, уверены, что мы не потеряли первоисточник. Во-первых, ты правильно сказала, что законы писать свиток Тора очень жестко. И это уже второй мой вопрос. Как получилось, что не поменяли? Потому что законы очень жесткие. И самый жесткий закон в отношении писания свиток Тора, что нельзя иметь свиток с ошибки. То есть свиток, который есть у него ошибка, нельзя в него читать. Даже не времени. То есть если я вижу ошибку в свиток, синагога читает, это получается иногда, чтобы стоит в синагоге людей, кто-то читает Тора, и вдруг ошибка. Что делает? Остановит, закрывает свиток, больше не читаем. Если есть другой свиток, тогда можно открыто читать. Не другой, не читают. Нет такого, ну мы пока почитаем, потом будем чинить. Нет такого. Если есть ошибка, даже буква, не читаем. И поэтому такие жесткие законы получились,
чтобы не было никаких ошибок. А откуда у нас эта уверенность? Поскольку если есть ошибка, тогда со временем есть разного версия. То есть должно в такой книге, которая есть иногда, это же люди, и люди могут ошибаться. Тогда получилось, что был, например, свиток ашкеназский, который такой, свиток сварцкий такой, свиток там из Кавказа пришел другой, и были очень много разных версий. И столько лет, столько версий. Если у нас были вот такие варианты разные, все равно это не значит, что не истина. Но тогда нам надо уже спрашивать, а что правильно? А кто самый такой, самый медуяк, самый точный? У нас такого нету. Не, есть, и здесь говорит Раби Иуда Леви, все еврейский народ из Оду до Куша, из эфиопских евреев до Индии, все согласны на одной и той же цифре. У нас один календарь. Это уже доказательство, что мы живем в святое время, нашего времени. То есть нет никакой версии еврейского календаря, а одно и то же. Кстати, есть очень по поводу календаря известного рассказ про мудрецы, которые спорили про календарь, потому что еврейский календарь это же зависит от раввинского суда. Это другой урок учиться, как он зависит от раввинского суда. Но все-таки были споры иногда, что правильно. Но в любой поколении надо было решить. Ответ один для того, чтобы была одна традиция. А то было бы у нас очень много разного варианта. Знаете, во время первого храма, во время первого храма разделилось же еврейского государства на два государства. Первое, что делает царь Израиль Яровоам, это создать новый календарь. Он хотел разделить народ на два части. Для того, что у него будет свою власть, он назначил другой календарь. Он добавил один месяц, чтобы все праздники подвинуть. Он понимал, что еврейский народ живет в определенное время. У нас есть нашего календаря, сейчас мы будем про это видеть. Наш календарь, который доказал за то, что мы пришли из одного точки. Кстати, это первый заповедь еврейского народа, иметь еврейский календарь. Начинайте вы тоже думать по еврейскому календарю. Но то, что у нас праздники по еврейскому календарю, день памяти еврейского календаря, уже цикл год в особенном времени. Давай читаем дальше. Так. Итак, значит, сказал Рабби, 4500 лет. Это можно увидеть из переданной в Торе длительности жизни Адама, Сета и Эноша до Ноя, затем жизни Шема и Эвера до Авраама, затем Исаака и Якова до Моисея. Они были сердцевиной человечества и лучшей частью его, и у каждого были дети. Остальные люди были скорлупой человечества, они не были подобны предкам, и с ними не было связано божественное воздействие. Передача традиций связана с теми, в ком выразилось божественное, но это были единицы, еще не народ. Затем пришел Яаков,
породивший 12 племен, каждое из которых было способно к несению божественной миссии. Так божественное влияние овладело массой людей, и традиция передавалась ими от поколения к поколению. Хронология предшествовавших им поколений передана нам Моисеем. Таким же путем нам известно время событий, происшедших от Моисея и до наших дней. Да, то здесь несколько моментов очень важны. Во-первых, первый человек, который Всевышний творил, он имел вот этого божественного качества, способность, божественную способность. И так, кстати, у него родились же два детей, и Каин и Эвель. И Эвель получил этого качества, и поэтому Каин ревновал его и убил. Но после этого родился Шет, который имел вот эту способность. У Шет родились очень много детей, но только один из них получает этого качества. Там потом Энош и до Ноаха, каждое поколение этого качество идет к одному, а все остальные это как, то есть тот одного он сердце, а остальные это клипа, то есть я забыла слово, кожура, которая вокруг. Он как сердце, а передается божественное качество только к одному. Интересно, если мы обращаем внимание, первой книги Тора, книги Берешит, там Всевышний разговаривает только к один человек. Он разговаривает, я дам пример, он говорит с Авраама. А потом, когда начинается говорить с Ицхак, даже что Авраам жив, не написано, что он разговаривал с Авраам больше. Когда он начинается говорить с Яков, при жизни Авраам и при жизни Ицхак, но он с ним больше не разговаривает. То есть каждого поколения он разговаривает с один человек, единица. Больше ни у кого. Так передается божественное качество с одного человека к его сын, а потом внук, а потом правнук. Бывает такого, что этого пассивного качества, вот генетический характер иногда идет через отец к сыну, но пассивный. А потом внук опять появляется. Я дам пример. У меня голубой глаз. У меня сын нет. Но внук да. Это когда это пассивнее. Так произошло в время книги Берешит. Передается это качество божественно только к одному человеку. А все остальные родились там очень много, они не получают этого способность. Пока пришел Яков, а Яков это уже первый еврейская семья, из времена Яков все дети Якова, 12 колен, получают божественное качество, иньяна элоки. А так передается уже божественное качество к народу, община, группа, много людей. И это совсем другой. Поменяется книги Шмот, здесь у нас уже народ. Народ, который он сердце, и вокруг него все остальные люди. Вот этого сердца характер, что она имеет божественное качество, способность, сгула. Здесь он приводил сгула, это лучшая часть
Ну как можно сказать лучше? Сердце человек, он лучше орган из всех остальных? Нет, он просто другой. Он дает кровь для всех органов. А кровь – это жизнь. Нельзя сказать, что пальцы она хуже. Она просто другая. А это сердце. Это способность быть пророк. И тогда получилось, что это уже народ, группа людей, и только из этого момент еврей это тот, который родился в еврейского народа, и еще мы получили через Моше родословие. То есть мы знаем, откуда пришел человеческое, от Адама, потом Ноах, там 10 поколений до Ноаха, 10 поколений до Авраама. Это все мы знаем, откуда? От Моше Рабейну. Моше, который учил нас, как надо считать времена. И это, говорит Раби Иуда Алеви, доказательство, что слова Моше истина. Поскольку нету спор во все еврейского народа. Еврейский народ, в другое место он говорит, ну, давай читаем, потом это скажем. 48. Сказал Кузари. Это перечисление исключает подозрения в обмане или общепринятом измышлении. В подобном вопросе даже 10 человек не способны прийти к общему выводу, не изжив разногласий, не раскрыв тайное обсуждение и не вступив в дискуссию с кем-либо, кто пытается то же самое выяснить. Множество людей, а особенно множество, стоящее близко по времени к событиям, не может настолько поддаться заблуждению или обману. Представим себя, что Моше Рабейну собирает все еврейского народа и говорит им так, знаете, мир стоит 2000 лет, и 2000 лет назад родился первый человек, потом Ноах, потом Авраама, потом Яков, там потом пришли в Египет. Согласитесь? И они бы сказали да. Говорит Раби Иуда Алеви, если это не было известно, что есть Авраам, Ицхак и Яков, они бы не приняли на себя. Точка начала обман не может быть, что пришел человек и сказал весь народ вот так и так и так, и отсюда начиналась точка начала. Может быть только один человек, и тогда он будет рассказывать несколько детей, а потом это дети, а потом дальше и дальше. Но у нас точка начала это Моше Рабейну, а во время Моше Рабейну уже были 3 миллиона человек. А 3 миллиона человек может согласиться вместо про обман? Такого не может быть, говорит Раби Иуда Алеви. Потому что человек не может обманывать 3 миллиона человек, что они, например, если кто-то сегодня придет и говорит, знаете, 200 лет назад был такой великого царя, такого, такого, такого. Может быть, он обманут всех, что уже писали это в книге «История»? Поменять историю можно? Арабы это пытаются. Они пытаются поменять историю. Поименать по-другому, разрушить все следования. Но то, что сказать, что не было Холокост, отрицать. Есть же люди, которые говорят, что было, я видел. То есть это слишком близко. А еврейский народ, он такой умный народ,
которые он не будет принимать ничего без вопросов, без того, чтобы пытаться узнать, правильно, неправильно. Не было легко для Моше, когда он пришел к еврейскому народу. То есть, какой точка, когда начали обмануть? Это же невозможно. Это, что говорил Раби Иуда Леви в начале, что когда приходит Моше Рабейну к Паро, он не говорит Бог, который творил мир меня послал, он говорит Бог Авраам Ицхак и Якова, потому что Авраам Ицхак и Яков были известны люди в истории Египта. Все знали Яков и Йосеф. Это было известно. Это то же самое, как сегодня прийти и говорить про Наполеона. Никто же не придумал. Поэтому он сказал, Бог Авраам, Ицхак и Яков. Это же близко. То есть нельзя обмануть большой масса людей одновременно. Что можно, если великий человек, он может обмануть 10. И это 10 будет рассказать каждый еще 10, а потом и так будет расти традиция. А еврейская традиция не начиналась с одного, а начиналась с 3 миллиона, которые стояли под горой Синай, в отличие от христиан. Там был Иисус, у него были ученики, он им кое-что показал, а потом выросла и выросла и выросла и выросла. Мухаммад то же самое. Но в еврейской традиции дарование Тора было перед всех. Весь народ, и там были очень умные люди, и тоже средние, и тоже тупые, то есть все. И маленькие дети с их вопросы все прямо стояли и видели. Это что он говорит. Нельзя обмануть большое количество людей. Точка начала обман должна быть там маленькая группа. А потом, чтобы расти. Да, дальше. 49-й. Сказал Раби, но и сам Авраам жил в эпоху разделения языков. Он и его потомки говорили на языке эвера, который поэтому и называется еврейским языком. Моисей пришел через 400 лет, когда было уже в мире знание о небе и земле. Он обратился к фараону, к египетским и еврейским ученым, и они без конца проверяли его, спрашивали и не верили, что Бог говорил с человеком, пока, наконец, Моисей не сообщил им содержание 10 заповедей. Да, давай до суда. Во-первых, Авраам Авину, здесь в скобках здесь написано про евреев. Авраам העברי, поэтому язык называется иврит. Кстати, русский язык сохранял это название народ евреи. Это больше правильное название, на самом деле, больше древнее. Авраам, он же называл Авраам העברי. Говорит нам мудрецы, что все народы в одной стороне река, а он в другой стороне, эвер это стороне. Еврейского народа, это тот народ, который идет в другой стороне, все человеческое, это еврей. И говорит на иврите. И Авраам Авину жил среди великих людей этого поколения, и после него Моше пришел, когда очень было развитие наук египетский. Там были астрологи, там были ученые, там были великого ученого. И Моше Рабейну приходит и говорит, Бог меня послал.
И его проверяли, не верили, спросили вопрос. И египтяне, и евреи, потому что они не могли поверить, что Бог говорит с человеком. Вот этого вопрос очень тяжелый на самом деле, что Бог говорит с человеком. Это же очень тяжело верить, и поэтому они и его спросили очень много вопросов. Пока не верили, они же были еще в колдовстве и питались тоже, и у них получились чудеса творить. И то, что Всевышний говорит человек, они не верили. Пока они сами слышали. То есть, когда Моше приходит, они верили в Всевышний после 10 казней. Они верили в Всевышний после, что видели, что египтяне утонули в море. Но только в даровании Тора они верили в пророчество Моше. Навсегда. Почему? Они пришли к Моше и говорили, мы сами хотим это слышать. И так и было. Они все слышали, как Всевышний говорит с Моше. После, что они сами 3 миллиона человек слышали, когда я говорю 3 миллиона, это приблизительно. То есть мы не знаем точно количество, 600 тысяч человек это были мужчины из 20 лет до 60 лет. Такое количество были и женщины 20 до 60, ну приблизительно. Были маленькие дети, были старики. Я грубо сказала 3 миллиона, ну, может быть, были 2 миллиона, 2,5. Точно мы не знаем сколько, но большое количество людей, точно. И они сказали, мы сами хотим слышать. Там были очень великие мудрые люди, которые спросили и спросили и спросили. И потом у них получилось, и они сами слышали 10. 10 казней. И то, что они спросили, столько вопросов, это не потому, что они были глупы и не понимают. Это не потому, что они были грешники и поэтому не верили сразу. А потому, что они были умны. Потому, что они должны были уточнить до уверенности. То есть вопросы мне... Не боимся вопросов. Они просили, что они хотят слышать сами, потому что они были умны. Потому что они хотели сами видеть. Потому что им было это очень непонятно, что человек разговаривает со Всевышним. Поэтому они это спросили. Давайте дальше. Наверх поднять немножко можно? Поправить? Да, сейчас, секунду. Да, все. Спасибо. Точно так же отнесся к нему и народ, и он поверил не из-за своего невежества, а благодаря мудрости, свойственной ему. Все опасались, не имеют ли они дела с магией, астрологией и тому подобными вещами, которые, как и всякая ложь, не могут устоять при близком рассмотрении, тогда как божественный свет, как чистое золото, с приближением сияет сильнее. То есть мы не боимся вопроса. Истина не боится вопроса, потому что через вопросы истина больше блестит. Если есть обман... Если не все так, тогда вопросы будут потом. Видно, что не то. Когда что-то не настоящее, тогда он боится проверки. А это же истина. Поэтому как больше вопросов, это на самом деле, чтобы знать истину. Да, дальше. Мог ли кто-нибудь, говоря с ними, выдумать, что все люди, жившие всего каких-нибудь 500 лет до них, говорили на языке Эвера
разделившимся затем на много языков в Вавилоне в дни Пелега. Или выдумать, что некоторые народы и их страны связаны происхождением с именем Шема и Хама. Можно ли в наше время выдумать что-либо ложное о всех известных народах, их истории и языках, если мы отстоим от времени в событии всего на 500 лет? То есть он говорит, что история близко времени нельзя придумать. То есть когда Моше приходит и говорит, а история, которая была во время книги Берешит, это же Авраам Авину 500 лет до него, 400 с лишним лет до него, то есть 500 лет до него он не может придумать. Мы не можем сегодня придумать какую-то историю в последние 500 лет, потому что есть доказательства, потому что это не так далеко. Придумать и еще, что все верили и получили это же известно. Он не может сказать, это народ пришел от этого и этого, и так, и так, и так, если это неправильно. То есть Моше Рабейну не может придумать историю, которая достаточно близко. Да, дальше. Дальше надо подумать. Да. Сказал Кузари, нет, это невозможно. Сказал Раби, если так, то почему же слова Моисея никем не оказались отвергнутыми? Ведь к ним отнесся скептически его же собственный народ, не говоря уже о других. Рамши? Да. Сказал Кузари, это убедительные доводы, сильные и обоснованные. Сказал Раби, считаешь ли ты, что языки вечны и не имели начала? Да, здесь он приходит, после что он доказал таким образом, что слова Моше – это истина и доказательство того, что еврейский народ это принимал. То есть народ не мог бы принимать ложь. Потому что Моше приходит не в начало истории, а в серединку. Он приходит и говорит весь книги Берешит. А если это была ложь, его же не приняли. Еврейский народ был очень умный, очень мудрый, спросил много вопросов. И все равно они это принимают. Никто не говорит, это же не правильно, так это не было, так это не было. Они же видят, тем более то, что они видят, что произошло в их время, книги Шмот, Вайкра, Бамидбар, Дварим, это они уже сами видят. Но даже книги Берешит, которые говорят про историю, достаточно близки к ним. А это еврейский народ принимает не потому, что он простой народ, тупой, а они же умные. И спросили много вопросов, и пытались все узнать, и сказали, мы хотим сами видеть, сами слышать Всевышний. И у них получились, и никто не спорил. То есть тот факт, что еврейский народ получает Тора, это уже говорит о том, что это была истина. Еврейский народ это не народ, который принимал бы такая структура закона, серьезная, без этого уверенность, что это истина, что они слышали, как Бог говорит с Моше. Это то, что здесь говорит Раби Иуда Алеви. Следующая тема говорит о язык. Это удивительно посмотреть связь между еврейским народом и святой язык и земля Израиль и еврейского времени. То есть было очень много времени, когда еврейский народ был
Мортвы, можно сказать. Как понять мортвы? Мертвый человек – это когда душа отделяет от тела, и тело гниет. Это смерть. Правильно? Душа остается. Тело умирает и гниет. А еврейский народ, как народ, тело, народ – это государство, царство, структура, политический. А когда это нету, значит, тело умер, гниет, гниет все структура национальность, народная. То есть, когда еврейский народ в изгнании, умирает у него все политические структуры и умирает язык. Еврейского язык, святой язык, она в прямой связи с народом. Обращали внимание, время, когда еврейский народ пошел в изгнание, он начинает говорить на чужой язык. И язык получается мертвый, она не исчезает, она остается в книге. И как воскрешение народ появляется, воскрешение народ это когда уже народ собирается обратно в земля, государство строится, политика строится, экономика, армия и язык. Еврейский язык стал разговорный язык. Она не мертвая, она не в книге. Она стала разговорная. Это язык, который сохраняли 2000 лет изгнания, можно сказать, 3000 лет изгнания. Потому что когда большинство из еврейских народов были не на своей земле, даже если храм был, второй храм, все равно на еврейский язык улица не разговаривает. Они говорили на арамейском. А потом пришли на изгнание, ашкеназские говорили на идиш, кавказский, бухарский и фарсийский говорили на фарси, марокканский там из Египет евреи говорили на арабский. Каждого был у них свой. В Испании ладино, в каждом месте были свой. А святой язык была мертвая. Это был язык книги. Когда начинает еврейский народ собираться на своей земле, восстановится тоже жизнь язык. И восстановится жизнь земля. Земля Израиль умирает, когда еврейский народ там нету. Умирает земля, это пустыня, болото, ничего не растет. Народ пришел, это воскрешение мертвы. Народ, язык и земля. И здесь он говорит про язык. Сейчас. Он начинает говорить про языков. Каждый язык на самом деле подходит к народу, который разговаривает. Язык имеет характер, народ. Есть слова, которые только в какой-то язык есть, а в другой язык нету. Русский язык очень развит. Там и литература очень развита. Развивающая.
Например, есть слова, которые есть только на английском. Есть слова, которые есть только на иврите. Знаете, что иврит это язык, который больше всего язык, слова на радист. Некоторые из них в песне, которые мы говорим к жених и невесте. Кол сасон, симха, כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה, там есть גילה, רינה, דיצה, חדווה, גילה, רינה, דיצה וחדווה. יש ישו, עוד שינוג הסלבה, כתורי גברית הרדיסט. נו, יזיק אימי את חרקטר נרוד, יפאתמו, כגדה בבלונסקו, בשני, человеческо строит, Всевышний хочет разделить их на разного народ, там он разделил их на разные языка. Как строится язык? Давай читаем. 50. Время есть? Время мы закончили. Как начинается язык, как начинается календарь, как начинается математика. Здесь много всего, которое говорит, и мы будем читать это в следующий раз. Раби Иуда Леви хочет от это доказать, что все начинается из одного источника. Как Бог один, творил один мир, творил первый человек, и все начинали из одного источника. Давайте закончим здесь. Все, не читаем больше. Да, следующая неделя воскресенье, это же Пурим. Правда, в Иерусалим нет, но вечером в Иерусалим уже Пурим. И во все остальные города, в мире Пурим воскресенье, поэтому, конечно, урок не будет. Будет через неделю. Хорошо? Пурим самеах. Пурим самеах. Пурим самеах. Пурим самеах. До свидания. До свидания.